Неужели вы не были в Лондоне, сэр? Быть не может. Наверное, вы просто забыли. Пикадилли, Гайд-парк, Сити, Трафальгар-сквер. Неужели вы этого не проходили? О, этот лондонский туман, он превращает город в дебри, где дам разводят по домам невозмутимые констебли. О, этот лондонский туман, всем перепутать так нетрудно, чужой карман и свой карман, причем бывает обоюдно. Быть не может, милорды, не делайте вид, что не помните Диккенса или Джерома. Пикадилли, Гайд-парк, наконец, Бейкер-стрит. Проходите, джентльмены, и будьте как дома. О, этот лондонский туман, неповторимый, скажем прямо, как для француза Нотр-Дам, как для японца Фудзияма. Да-да, леди и джентльмены. Как вы, несомненно, догадались, мы с вами в Лондоне. Лондон. Начало века. Ее величество королева. Артур Конан Дойль. Шерлок Холмс. Доктор. Впрочем, все они к нашей истории никакого отношения не имеют. У нас речь пойдет о любви. Любовь, однако, позвольте, любовь — это тоже детектив. Ведь никогда не угадаешь, чем все закончится. Она, он, снова он и опять она. Нет, не будем забегать вперед. Начнем все сначала. В Лондоне стоял густой туман. И люди плохо различали друг друга. Простите, сэр. Бейкер-стрит далеко? Совсем рядом, сэр. В 10 шагах. Направо или налево? Это зависит, сэр, от того, где вы находитесь. Если сзади меня, то налево. Если спереди, то направо. Я полагаю, сбоку от вас, сэр. Ну, тогда вы на Бейкер-стрит. А какой дом вам нужен? Номер 221. Дом знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Это совсем просто. Там на стене вы увидите табличку. Благодарю вас, сэр. Желаю удачи. Но вообще-то я леди, сэр. О! Слушаю, сэр. Мне нужно видеть мистера Шерлока Холмса. Прошу вас, сэр. Благодарю вас. Простите. Сейчас к вам выйдут, сэр. Ах так. А, так это мистер Шерлок Холмс. Совершенно верно. А этот второй... Это доктор Ватсон, сэр. Да, именно так я себе их представлял. Я очень рад, сэр. Да-да. Что у вас такое богатое воображение. Эта пластинка записана, чтобы сопровождать вас в маленькой экскурсии по квартире знаменитого сыщика.
картотека преступников, которые с нетерпением ждут своего ареста. Уголок, где собраны личные вещи. Следует обратить особое внимание на трубки. Это трубка для вторников. Дурная привычка все трогать руками. Собрание сочинений Конан Дойля в 44 томах с автографом автора. А теперь заглянем в гардеробную. Здесь нас тоже ждет немало любопытного. Тут собраны нехитрые орудия труда современного преступного мира. Фотографии мошенников, брачных аферистов, фальшивомонетчиков с дарственными надписями. Мелкие улики, обнаруженные на местах преступлений. Крапленые карты, кофе с мышьяком и разные прочие безделушки. И, наконец, гардероб прославленного детектива, который позволяет ему принимать любые обличья от дамы полусвета до джентльмена из общества. Трудно соперничать с ним в искусстве переодевания, хотя многие посетители упорно пытаются это делать. Боюсь, что она не подойдет вам, сэр. Извините, мисс Сис. Это я так... Интересно. Разрешите представиться. Томас Буль, эсквайр. Слушаю вас, мистер Буль. Мне нужен сыщик. Сыщик перед вами. В каком смысле? Мне нужен мистер Шерлок Холмс. Прошу вас. Шерлока Холмса не существует. Что? Это литературный персонаж. Его придумал писатель Артур Конан Дойль. Вот так фокус. Нет, я думал, что он живой. Не вы один. Сотни людей приходят сюда, на Бейкер-стрит, за помощью. Так хочется думать, что есть человек, который поможет в трудную минуту. Вот почему в этом доме было решено открыть частное сыскное агентство. Холмс – моя настоящая фамилия. Поэтому из многих претендентов выбрали именно меня. У людей есть доверие к этому имени. Ну, теперь все ясно. Я думаю, откуда здесь шляпки, булавки? Ну, теперь все понятно. Куда же вы? Домой. Неужели вы думаете, что я вам доверю свое дело? Это, извините, мисс, не овсянку варить. Очень жаль. Стоило ли вставать в 3 часа ночи? Ехать сюда из Деваншира, мерзнуть и открытого окна в вагоне, и все только для того, чтобы сказать грубость. Женщине. Откуда вы знаете, что я приехал из Деваншира? Это легко понять по красной глине на вашей обуви. Такая глина добывается только в карьерах Деваншира. Откуда вы знаете, что я встал в 3 часа? Сейчас светает в 3:30. Только в темноте человек способен надеть 2 разных башмака. Ой. Ну, откуда вы узнали, что окно в поезде не закрывалось? Сажа от паровоза. Причем с одной стороны. О! Негодник, очагар. Не ночевал сегодня дома. Ну, а это-то вы откуда? Только женщина может уловить в сгоревшем угле слабый аромат французских духов. Такие духи же не кочегары, не по карману.
Очень приятно, мистер Буль. Моя подруга и ассистент, мисс Ватсон. Не желаете кофе? Благодарю вас. Присаживайтесь, мистер Буль. Замечательный кофе. Давно такого не пил. Наверное, с тех пор, как вас покинула ваша супруга. А, вы это знаете. Ну, это очень просто. У вас кольцо на правой руке. Одной пуговицы уже нет, вторая держится на ниточке. О, мы могли вам ее пришить. Да ну что вы, это как-то неловко. Впрочем, если это вас не затруднит. О, нисколько. Пожалуйста. Мистер Грин. Да, мисс. Пришите пуговицу нашему гостю. Слушаю, мисс. Пожалуйста. Благодарю. Мы вас внимательно слушаем, сэр. Так вот, джентльмены, леди. Я волнуюсь. Дело весьма странное. У нас в семье недавно умерла тетя, оставив нам троим, мне, брату Гарри и сестре, небольшое наследство, в том числе перстень. Старинный. С изумрудом. Вот. Вчера вечером мы все собрались у меня в доме, пригласили оценщика. Оценщик оценил перстень в 10 тысяч. Неплохо. Видимо, изумруд был не маленький. А, как желудь. Такой темно-зеленый. Кстати, Джейн, колечко из темно-зеленого малахита очень подошло бы к вашему бирюзовому платью. А где вы видели это колечко? У ювелира за углом. А я не ношу больше это платье. Да? Вам надоели ваши буфики? Мне надоели ваши шпильки. Простите, мы отвлеклись. Я слушаю вас, сэр. Что? Да. Так вот, оценщик уехал за деньгами, обещал на следующий день вернуться. Ну, мы с братом крепко выпили на радостях, в смысле с горя, в память тетки. Да, сестра вскоре ушла спать, а мы с братом задремали прямо за столом. А когда через час проснулись... Перстня не было. Перстня не было. Да, 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 да. Перерыли весь дом. Нету. Сестра решила заявить в полицию. А мне, честно говоря, ужасно. Не хочется, чтобы они путались в наши семейные дела. Городок у нас маленький. Все про всех знают. Ну, вот я и решил поехать к мистеру Шерлоку Холмсу. Уж он-то, думаю, разберется. А тут... Вы все рассказали? Вроде все. Скажите, а вам ничего не показалось странным в этот вечер? Вот. В самую точку, мисс. Когда мы с братом пили, ветром загасило свечу. И в лунном свете я вдруг увидел, как какой-то мужчина протянул руку к перстню, который лежал на столе, и схватил его. Какой мужчина? Какой-то. Но с нашим лицом. Что вы этим хотите сказать? Мы с братом близнецы, как две капли. Я хочу знать, леди, кто из нас двоих украл этот перстень? Я или мой брат? Простите, сэр. Вы хотите сказать, что способны на воровство? Ха. Нет, конечно. Ваш пиджак, сэр. Благодарю. Пришиты две пуговицы и подкладка. В трезвом виде никогда. Но от виски я дурею и просто сам себя не помню. Я не знаю, может быть, это ради шутки я мог. А вот это я нашел за подкладкой. Забавно. Он... О! Будь я трижды проклят! Я вор. Прости меня, Гарри.
Ай-яй-яй. Успокойтесь, мистер Буль. Это просто маленький урок того, как вреден алкоголь в неумеренных количествах. Да-да-да. Не будем торопиться с выводами. Скажите, пожалуйста, ваш брат тоже холост? А как вы догадались? Благодарю вас, мистер Грин. Но это совсем не сложно. И вы, как дети, любите носить одни и те же вещи. Нет. Вообще-то Гарри этого не любит. Но вчера он пришел вот точно в таком же костюме. Я еще спросил, чего, мол, ты? А он говорит, если, говорит, тетя видит нас сейчас с небес, пускай порадуется. Что скажете, Ватсон? Брюки мистера Буля и пиджак от разных костюмов. Умница. Это не ваш пиджак, понимаете? Нет. В таком случае придется объяснить наглядно. Прошу вас за мой стол, мистер Грин. Ваш брат, благодарю вас, зная вашу склонность к спиртному, так, и доверчивый характер, надевает такой же костюм, подпаивает вас и гасит свечу. Далее он заходит к вам за спину, мистер Грин, и крадет перстень так, чтобы вы видели это в зеркале. Таким образом, преступление совершает он, а вы в зеркале видите себя. Благодарю вас, мистер Грин. Минуточка, а как же камень оказался в моем пиджаке? Но это не ваш пиджак. Как? С утра вы с тяжелой головой по ошибке в темноте надеваете не свой пиджак. Я убью этого мерзавца. Не стоит. Идти на каторгу из-за кусочка стекла? Что? Стекла? Как выглядел ваш оценщик? Такой маленький, так, лысоватый, так, в пенсне. Он? Он? Да, Джон Хавер, мошенник, работающий на подмене драгоценностей. Его разыскивают по всей Англии. Ну что ж, придется съездить в Деваншир. И вы его поймаете, леди? Надеюсь, завтра вы получите свой изумруд, а Скотланд-Ярд преступника. Алло, Скотланд-Ярд? Телефонистка Скотланд-Ярда слушает, сэр. Мне нужен старший инспектор Лестер. К сожалению, старший инспектор сейчас занят, сэр. Мне плевать. Ах, это вы, господин министр. Сейчас его найдут. Я надеюсь. Слушаю вас, господин министр. Лестер, чем вы там занимаетесь? Готовимся к смотру, сэр. Вы бы лучше посмотрели утренние газеты. Эта дамочка опять выставила нас на посмешище. Она поймала Джона Хавера, за которым вы охотились 5 лет. Но ей фатально везет, сэр. Предупреждаю вас, Лестер, что если ей повезет еще раз, это будет действительно фатально. Вы меня поняли? Я вас понял, сэр. Я надеюсь. Всегда он на готове, герой и джентльмен. Наш добрый Бобби, надежный Бобби, британский полисмен. Британский полисмен. Готово, Бикс? Так точно, сэр. Ну, начнем по порядку. Шерли Холмс родилась в Манчестере в семье адвоката. В каком году? Выяснить не удалось. У женщины всегда сложно. Она не женщина, а конкурент. Дальше. Дальше. Колледж. Закончила с отличием. Затем учеба в Кембридже. Закончила с отличием. Далее работа в адвокатской конторе Шеффилда. Блестящие отзывы. Послушайте, Бикс, я просил вас принести компрометирующие материалы, а вы мне принесли какие-то рождественские открытки. Ну, к сожалению, сэр, как профессионал она безупречна. Но как женщина... Нет, я просто рассуждаю. Женщина обаятельная, привлекательная, влиятельная, состоятельная. Вас что, заело, Бикс? При всем этом
Не замужем. Спросите меня, почему? Ну, почему? Не знаю. Но это крайне подозрительно. Если покопаться в ее связях, знакомство. Послушайте, Бикс, я бросил курить, но не перестал быть джентльменом. Мы приобрели один документ. Знаменитый сыщик на коленях у мужчины. Хотите взглянуть? Только из ваших рук. Прошу вас, сэр. Где вы это достали? Ее продал нам дворецкий, Грин. Мужчина, к сожалению, неизвестен, его нет в нашей картотеке. Еще бы, я его узнаю. Это Рембрандт ван Рейн, голландец. А вы намекаете на международную связь? Я намекаю на то, что вы полный идиот. Вот, автопортрет. Саски на коленях. У вас то же самое, только вклеена фотография мисс Холмс. Сколько вы заплатили за это? 100 фунтов. Еще 200 и купили бы подлинник. Послушайте, Бикс, я давно хотел вам сказать, глупость – божий дар, но не следует им злоупотреблять. У вас есть сигара? Да, сэр. Тогда закурите. Я бросил. Кошмарное время, Бикс. Надвигается пора матриархата. Помяните мое слово, кончится тем, что Британией будет управлять премьер-министр в юбке. Сэр, этого не должно произойти. Ну, если женщина-сыщик может сделать посмешище из Скотланд-Ярда, значит, в Англии все может произойти. Короче, эту леди надо остановить. Нужно показать общественности, что сыскное дело не для дамских мозгов. Что делать, сэр? Она ловит всех преступников. Потому что преступники кретины. Если бы противник был умный, изворотливый, коварный, если трудно предугадать, что он вытянет в следующую секунду. Я знаю такого человека. Кто он? Вы, сэр. Когда-нибудь вы меня убьете, Бикс. Врачи мне запретили курить, а вы... Десятка. Двойка. Промах. Вы сегодня ужасно рассеяны, Джейн. Что-нибудь случилось? Нет, нет. С чего вы взяли? Говорите, я же вижу. Робби Сомер сделал мне предложение. Вы свободны, мистер Грин. Вы свободны, мистер Грин. Это какой же Робби? А, это тот, что Гарри? Нет, почему? Я же вас с ним знакомила. Да? Вот, пожалуйста. Высокий шатен. Робби Сомерс. А, это тот рыжий валиец. Не очень выгодная партия, Джейн. Во-первых, он картежник. Заметили утолщение на указательном и большом пальцах правой руки? Мозоль профессионал. Вам розы, мисс? Шарли! Этот человек опять здесь. Да кто это, Шарли?
Два года назад я выезжала в Мадрид по делу об отравлении быка перед коридой. Там меня увидел этот Тореро. Тут даже дедуктивный метод не нужен. Он думает, что влюблен. Ах. Джейн, если существует на свете мужчина, который по-настоящему меня волнует, так это Шерлок Холмс и только он. О, Макаро, юдеканто, серенады, серенады, юдеканто, юдеканто, теревико. Soy signora, prebarrague, o cantarle, munadio, quartecinto, quartecin, infinamento. O macaro, io de canto, sirinade, sirinade, io de canto, terebico. Soy signora. Plenamente bregate mucho, mucho, mucho brega forte, mucho, mucho brega forte, prego buena, amame caro, care, care, ame mucho. Care, care, ame mucho, care, care, in finamento. Хосе, доехать до Персигирмы. Шарль, вы говорите по-испански. Приходится учить. Английский я ему 100 раз объясняла, чтобы он оставил меня в покое. Yo te quiero, Шарль. Yo te amo. Что он такое говорит? А? Что они все говорят? Ты для него свет зари, сияние звезд, всякую чушь. Так, все, хватит, идите в ад. Бобо, Локо, Фьера! Извините, мисс, но у меня к вам срочное дело. К вашим услугам, сэр. Но у нас тренировка, если вы не возражаете. Нисколько. У меня к вам деликатный вопрос. Вы не знаете, где находится старший инспектор полиции, мистер Лестер? Вы себя хорошо чувствуете, Бикс? Оп. Честно говоря, неважно. Я очень обеспокоен. Видите ли, мистер Лестер, сама пунктуальность. Если он явился сегодня в 11 часов к министру, значит, случилось нечто чрезвычайное. Почему вы обратились именно ко мне? Потому что вы, мисс, последний, кто видел мистера Лестера. Я имею сведения, что вчера вечером вы были у мистера Лестера дома. Благодарю вас, джентльмены, вы свободны. Откуда у вас эти сведения? Нам сообщила их консьержка, мистер Лестер. Она не могла ошибиться? Нет, мисс, она видела вас собственными глазами и слышала, как вы играли на скрипке. Гайден, Йозеф, соната си минор. Думаете, что говорите, мистер Бикс? Я действительно люблю эту сонату, но... настолько, чтобы играть ее поздно вечером в квартире холостого мужчины. До свидания, мисс Холмс. Я совсем не то хотел сказать. Но я действительно взволнован. Не случилось с моим шефом беды. У меня нехорошее предчувствие. Еще раз, до свидания. Очевидно, недоразумение. Хотя консьержка сама видела. О, извините. Thank you.
По-моему, там все умерли. Тем лучше. Мисс Холмс, вы пришли за своей перчаткой. Я сейчас. Вы с ней знакомы? Впервые вижу. А я вчера сразу ее нашла. Выбежала за вашим экипажем, но поздно. А откуда вы меня знаете, миссис Эктон? Ну, а как же? Я всегда любуюсь вашей фотографией на столе мистера Лестера. Я еще спросила, а кто эта очаровательная леди? А он мне сказал, это мисс Холмс. А вчера, мисс Холмс, когда вы приходили к мистеру Лестеру... Вы уверены, что это была я? Разумеется. Я сейчас сказала, здравствуйте, мисс Холмс. А вы мне кивнули и пошли наверх к мистеру Лестеру. Как же я выглядела? Не понимаю вашего вопроса, мисс Холмс. Вы знаете, у меня в последнее время бывают выпадения памяти. Так как же я выглядела? Так же, как на той фотографии. Ага. Строгий костюм и это кепи. А с памятью это не страшно, да? Мисс Холмс. Со мной это тоже было. Я обратилась к одному доктору, забыла его фамилию, он меня моментально вылечил. А, кстати, вы не могли бы проводить нас в кабинет мистера Лестера? Но мистера Лестера нет дома, а полиция сегодня утром запретила мне это делать. И все-таки нам бы очень хотелось. Право, леди, мне запрещено. А я очень дорожу этой работой, и платят здесь немного. Но гости, которым я поздно открываю дверь, дают мне в качестве благодарности... Сколько же я вам вчера дала? Бедняжка, у вас действительно плохо с памятью. Вы ничего мне не дали, мисс Холмс. Вот. Это много? Это за вчера и за сегодня. Вчера вы сказали полиции, что слышали скрипичную сонату Гайдна. Слышала. Откуда вы знаете, что это Гайдн? У вас что, музыкальное образование? Нет. Это сказал один из тех двух мужчин. Каких мужчин? Которые пришли вслед за вами, мисс Холмс. Когда вы заиграли, они поднимались по лестнице, и один из них сказал, ах, Шерли, как она играет Гайдена, сонату си минор. Как они выглядели? Обыкновенно, среднего роста с усиками. Это ваши друзья, мисс Холмс, вам лучше знать. Они ушли вместе со мной. Бедняжка, когда я вспомню фамилию врача, я обязательно вам ее скажу. Вы ушли поздно ночью, все вчетвером. И, очевидно, мистер Лестер выпил лишнее, потому что те, которые любят Гайдена, буквально несли его на руках. Гайден звучал так? Ну что вы, мадам, гораздо лучше. Гайден звучал так. Это ваши фотографии, Шерли. Ничего не понимаю. Но это же очевидно, Шерли. Инспектор Лестер вас влюблен. Чушь. Ну иначе, зачем храните ваши фотографии? Зачем? Вы мне мешаете. Извините.
всегда меня ненавидел. Правильно, типичный признак влюбленности. Если он влюблен, почему прямо не сказать мне об этом? Стеснялся, как вы не понимаете? Инспектор полиции стеснялся? Не смешите меня. Шерли, у вас нет сердца. Если вы не прекратите разговаривать, я позову капельдинера. Не срывайте на нас зло. Если вас сегодня утром облаял ваш рыжий спаниель, мы не виноваты. Простите, мисс, откуда вы знаете, что у меня рыжий спаниель? Его визитная карточка у вас на рукаве. Меня не интересует, влюблен меня Лестер или нет. Меня интересует... Простите, откуда вы знаете, что он меня облавил? Из-за вашего буа. Вы думаете, что на вас писец, а это крашеная кошка. Меня интересует, кто приходил к нему. Женщина, похожая на вас. Мужчина всегда нравится женщина одного типа. Вот и моего Робби. Была невеста, вылитая я. Кстати, а где ваш Робби? А я его прогнала. Вы угадали, Шерли? Он действительно оказался картежником. И все вечера проводит в мужском клубе. Смотрите, эта крашеная кошка сбежала. Я так кэро. Я те амо, Шерли. Сумочка, перчатки. Прошу. Момент. Кто там? Свои. Сэр. Бикс. Настоящий джентльмен всегда пропускает даму вперед. Даже в камеру. Прошу вас, мисс Сектон. Здесь жуткий холод. Как бы с этой конспирацией не схватить воспаление легких. Докладывайте, Бикс. Сэр, вы гений. Да. Я знаю. Отвечайте по существу. Все идет, как вы и предполагали. Она заглотнула крючок. Вчера они были у вас дома, нашли фотографии и пикового короля. Вы не переиграли, мисс Сектон? Это невозможно, сэр. Все, как вы велели. Глуповато, болтливо, в меру жадна. Получите в кассе вознаграждение. Ваши 9 фунтов. Мне было обещано 10, сэр. Не считайте меня дураком, миссис Сектон. Фунт, как минимум, вы получили с мисс Холмсон за осмотр моей квартиры. А теперь лучше вам исчезнуть. Лучше вам вообще покинуть Англию. Я уже заказал для нее некролог. Пожар, наводнение? Задавлен локомотив. Очень хорошо. А другого способа нет, сэр? Отличный вариант. Счастливо исчезнуть. Миссис Эктон. Ну, как там ваши ребята? Ждут ваших указаний. Позовите их. Так. Алло, это Бикс. Так, номера 8 и 12 срочно в камеру особого назначения. Но какие там еще успехи? Мой труп уже нашли в Темзе? К сожалению, нет, сэр. У утопленника в основном попадается мелкий, щуплый. Очевидно, не сезон. Да. Ну, хорошо, подкиньте ей какие-нибудь косвенные улики. А. Возьмите мою шляпу и бросьте в Темзу. И пусть ее случайно найдут в районе Хайгетского моста. Грандиозно. Восьмой, сэр. И 12-й, сэр. Прибыли по вашему приказанию, сэр. Сэр. Да. Угощайтесь.
А теперь слушайте, ребята, и запоминайте. Вы, восьмой, пойдете в мой клуб и надеретесь на полученную сумму. Здесь всего 15 шиллингов, сэр. Я не говорил вам, что задание будет простым. Напрягитесь. С пьяну сболтнете, что меня ревнует корсиканка Росита, что... Вот текст, давни. Вы 12-й. Проникните незаметно в квартиру на Бейкер-стрит и на видном месте приколите пиковую даму. Зачем, сэр? Намек. Ревнивый корсиканка угрожает сопернице. Сэр, у меня идея. Это лишнее. И постарайтесь, чтобы полицейские, которые выполнили задание, вообще исчезли из Лондона. Газеты сообщат, попали под паровоз, сэр. Что, под один паровоз три свидетеля? Да, сэр, паровоз большой. Хватит на всех. Кто это? Свои. Чего мы здесь ходим, Шерли? Спокойно. Спокойно. Во-первых, не Шерли, а Чарли. А во-вторых, не надо нервничать, Джонни. Рано или поздно Вестер должен прийти в свой клуб. Но ведь его уже нет. Тогда мы пойдем его искать. В клубе. В клубах обычно полно болтливых мужчин. Простите, джентльмены, но я вас не припоминаю. Ничего удивительного, нас приняли в клуб совсем недавно. Извините, джентльмены. Извините. Простите, сэр, вам знакомы эти господа? Немного знаком. Обручение и венчание знать не знали англичане. Независимость вот наш девиз. В этот клуб и в это сердце навсегда закрыта дверца для каких-либо дам и девиц. Для каких-либо дам и девиц. Господа, ряды теснее, выше знамя тверже взгляд. Нет никого глупей того, кто женат. Нет никого глупей того, кто женат. Сколько лет под гнетом женщин мир стенает искрежеще, но его заглушил Мендельсон. И хранят лишь эти своды настоящий дух свободы. Мы его сквозь века пронесем. Мы его сквозь века пронесем. Господа, Робби Сомерс нас узнал. Но, надеюсь, он джентльмен. Нет никого умней, чем старый холостяк. Нет никого умней, чем старый холостяк. Жаль, парни, я Лестера не вижу. Шикарный бы получился бридж. Вы знакомы с Лестером? Знаком.
знакомец с принцем Уэльским. С Лестером я дружу. Мы волнуемся, не случилось ли с ним чего-нибудь, а? Случилось. Ни за что и никогда. Впрочем, парню это тайна. Он наверняка в Сохо у своей корсиканочки. Странно. Что странно? Странно, что ему нравятся корсиканки. Мне всегда казалось, что он предпочитает англичанок. Ты эту Роситу не видел? Сущий бес. И как ревниво, на днях является в клуб, переодевшись в мужское платье. Ищет своего инспектора. Я ей говорю, Росита, будет скандал. Она мне говорит, скандал будет потом. Он мне врет, что ходит в клуб, а сам встречается с этой белой лошадью. Джентльмены, прошу вашего внимания. Нашему уважаемому клубу нанесено ужасное оскорбление. Как мне сообщили только что, эти благородные стены тайком проникли две особы противоположного пола. Джон, вы свободны. Я требую, чтобы они немедленно покинули наше общество, или они будут с позором изгнаны. Да, так я и думал. Ну что ж, тогда, согласно уставу нашего клуба, я вынужден буду подвергнуть всех присутствующих процедуре унизительной проверки. Готовьтесь, джентльмены. Сэр, вы джентльмен? Безусловно. Можете в этом поклясться? Безусловно. Благодарю вас, сэр. Вы, сэр? Да, сэр. Что, сэр? Я, сэр. Слово, сэр. Джентльмены, сэр. Я рад, что у вас не ошибся. Джей. Простите, Рональд, но сейчас я президент клуба. Итак? Я мужчина. Слово джентльмена, сэр. Благодарю вас, Рональд. Сэр. Что за идиотизм? Да, сэр. Терпеть не могу, давать клятв. Не стану отвечать, и все. Верно, Чарли. Делом докажем, что мы настоящие мужчины. Лескость не наш стиль. Вы, сэр? Что, сэр? Вы джентльмен. А вы джентльмен, чтобы задавать такие бестактные вопросы? Сэр, не задерживайте проверку, я жду. Господа, оставьте юношу в покое. Я не джентльмен. Какой позор, господа! Надо бросить ей в лицо его членские взносы. Я леди. Какой ужас, господа. Спокойствие, джентльмены. Приберегите энергию для второй самозванки. Ваш ответ, сэр. Мой? Пожалуйста, сэр. А за этого парня я тоже ручаюсь. Чарли, разогни. Меня спроси. Я женщина. Вы? А это? Эсколя. I'm sorry. Приклеенный. Аранка. Рви. Я верю вам, леди. Слово джентльмена. Джейн, по-моему, все идет нормально. Наша версия подтверждается. Корсиканка, видимо, действительно существует. Причем она ревнивая и сумасбродная. Вы меня слушаете, Джейн? Да-да. Прекратите реветь, глупые занятия, тем более под дождем. Извините, Шарли, никак не могу прийти в себя после этой
идиотской проверки. Думала убрать страх. Хорошо, что Робби меня узнал. Плохо, непрофессионально. А то тренироваться играть так, что последний матрос принял нас за своих. Будем совсем отказываться от косметики. Как? Вообще? Да, особенно вы. У вас нежная кожа лица, Джейн. Видно, когда вы краснеете. Далее руки. Немного наждачной бумаги вам не повредит. Далее походка. Я показываю вам, как ходит мужчина сгорблен позвоночник. Осанка гориллы. Нет уж, этому я никогда не научусь. Вы хотите стать хорошим сыщиком, Джейн? Пусть я буду плохим сыщиком, но останусь женщиной. Спасибо, Шарли. Я многому у вас научилась. Но всему есть предел. Я женщина и останусь ей. Не кричите, Джейн, на нас обращают внимание. Плевать! И слава богу, что Робби меня узнал. Он вел себя по-геройски. Сомнительная добродетель. Героями бывают секунды, а порядочным человеком нужно быть всю жизнь. Не смейте так говорить. И вообще, мистер Холмс, давно хотела вам сказать, то, что я служу в вашем агентстве, не дает вам право распоряжаться моей личной жизнью. Вне службы я могу делать все, что угодно. Кроме безрассудства? И безрассудства тоже. Дайте мне два пенса. Джейн, что? Монету два пенса, пожалуйста. Алло, 2:14:18. Остановитесь, Джейн. Алло, мисс, будьте любезны мистера Сомерса. Ах, его нет. Мисс, будьте любезны. Когда вернется Робби, передайте ему, что звонила Джейн Ватсон, и что она согласна выйти за него замуж. Прошу вас. Сударыня, за мой вид. Я провел несколько дней в тюрьме по делам службы. Вот видите, чем все это кончилось. Не понимаю, как там люди сидят годами. Спасибо, Бобби, кажется, ноги уже сварились. Итак, сударыня, вы Мэри Харвит, актриса из Шеффилда. Так точно, сэр. Подождите, Бикс, я спрашиваю даму. Смею заметить, хорошая актриса из Шеффилда. Я играла леди Макбет, Джульетту. Жандарк. Я играла. Ну что же, послужной список у вас неплохой, но тут роль посложнее. Вот, вам задача. Понятно? Разумеется, сэр. Ревнивая корсиканка, страстная, необузданная, готовая на все, это я. Да, это я убила его. Но вы напрасно ищете его труп. Даже мертвый он мой, только мой. Примерно вот так. Текст неплохой, но чувствуется некоторый наигрыш. Во. Спасибо, Бобби, вы мне пока не нужны. Спасибо, вы свободны. Ведь Лондон, сударыня, не Шеффилд. Здесь требуется большая достоверность. И публика будет у вас особая. Мисс Холмс, женщина опытная, тонкая, чуткая ко всякой фальши. Поэтому я бы посоветовал... Доверительный тон. Да, это я убила его. Вы напрасно ищете труп, он мертвый мой. Я попробую, сэр. А вы старайтесь. Я попробую. Но мне обещали, сэр, что в случае успеха вы примете участие в судьбе моего мужа. Я же вам говорил. Я хочу услышать это от вашего начальника. Сэр. Да, миссис Харвит, полиция не бросает слов на ветер, но сейчас больше думайте о Корсике. Бобби. Да, сэр. Проводите нашу Росситу. Вы знаете, Бикс, я все чаще думаю, что если бы преступники знали, какие в камерах сквозняки,
Это заставило бы их уважать закон. Ну-с, рассказывайте. Нет-нет, сэр, сначала, если позволите, я накормлю вас завтраком. Сэр, все идет как по писанному. Она, как карась, глотает одну приманку за другой. Сегодня утром я явился к ней с вашей шляпой, которую выловили в Темзе. Ну и как она отнеслась к моей смерти? С глубоким удовлетворением. В том смысле, сэр, что это подтверждало ее предположение. Дальше она спросила о вашей личной жизни, в смысле ваших сердечных привязанностей. Я ответил иносказательно. В том смысле, что вы не ловелас, но и не монах. И как поется в шотландской песенке, коль голубка проворкует, ястреб сразу атакует. Бикс, я всегда боюсь, когда вы начинаете импровизировать. Она вам не дала по физиономии за эти стишки? Напротив, сэр, она сама спросила иносказательно, а не было среди голубок одной залетевшей с Корсики? Я, как вы учили, сделал идиотское лицо. Верю. Нет, в том смысле, что ни о каких корсиканках не слышал. Впрочем, у нас в Скотланд-Ярде болтали о какой-то особе по имени... Не волнуйтесь, сэр, я не проболтался. Она сама назвала имя Росита. И тут я поставил следующий капкан. Я сказал, что о вашем исчезновении уже пронюхали газетчики. Я спросил ее совета. И она сказала, что сама назовет прессе имена преступников. Так, завтрак готов, сэр. Подождите. Еще рано радоваться. Давайте проработаем все до конца. Вас не смущает, если я при этом буду завтракать? Приятного аппетита, сэр. Спасибо. Заодно киньте глазом мой план. Вот. Я буду излагать по схеме. Значит, красная линия мы, синяя это противник, крестом отмечено место главного удара. Ни черта не понимаю. Нагляднее можете объяснить? Нагляднее? С удовольствием. Итак, вам сейчас все станет ясно. Мисс Уолмс и ее подруга направляются к дому Роситы. Стук в дверь. Где инспектор Лестер? Куда вы его дели? Росита кипит от негодования. Я не знаю такого. Ах, не знаете. Но есть улики. Росита признается, это я убила его. Возникает короткая схватка. Льется кровь. Наконец, Росита обезоружена. Ее уводят. А, у входа их встречают газетчики. Холмс делает заявление для прессы. Господа, перед вами убийца инспектора Лестера. Пресса в недоумении. Зачем она это сделала? Ответ – ревность. Вопрос, ревность к кому? Холмс густо-густо краснеет. Господа, покойный инспектор Лестер был тайно влюблен в меня. Общее замешательство. И вот тут, сэр, появляетесь вы на белом коне. Следует убийственная реплика. Господа! Меня кое-кто похоронил, а я просто был на рыбалке. Вот что бывает, когда женщины лезут в сыщики. План неплохой, только с конем немного переборщили. Ну, доставьте нам такое удовольствие, сэр. Ребята очень просили праздновать победу, так праздновать. Эх! Какая победа? Весь Скотланд-Ярд роет яму двум доверчивым женщинам. Вам не стыдно, Бикс? Сэр, но это была ваша идея. К сожалению, да. Но вообще-то, когда они закроют свою контору, их надо будет как-нибудь утешить. А может, и вправду жениться на ней? Вы шутите, сэр. А вы на Ватсон. Ходили бы друг к другу в гости, сидели бы у камина, читали бы Конан Дойля. Благодарю вас, сэр. Но Конан Дойля я уже читал. Да?
Ну, тогда брак отменяется. Идите, Бикс. Я хочу немного отдохнуть перед тем, как выехать на белом коне. До свидания, сэр. Вы что-то забыли, Икс? Что вам угодно? Тихо. Послушайте, Расита, или как вас там? Неужели вам не надоело притворяться? Отдохните, успокойтесь. А лучше расскажите, кто вас заставил ломать эту комедию? Я Расита. Я корсиканка. В таком случае я королева Англии. Сядьте! Кто вас нанял? Бикс или сам Лестер? Иди к черту! Убил его, но вы напрасно ищете его труп. Даже мертвый мой, только мой. Ну что ж, в таком случае придется прибегнуть к дедуктивному методу. Шерли, прошу вас, Ватсон. Судя по лицу, на которой искусно наложен грим, перед нами профессиональная актриса. По манере игры провинциальная. О, миссис замужем, след снятого кольца на безымянном пальце. Стоптанные каблуки свидетельствуют о трудном финансовом положении. Браво, Ватсон. К этому можно добавить, что муж нашей Раситы англичанин. Ни один уважающий себя корсиканец не станет есть овсянку. А потом, он далеко. Вот коробка для почтовой пересылки. Он в тюрьме. Поэтому они принудили вас к сотрудничеству с ними. Я сочувствую, но взываю к вашей совести. Скотланд-Ярд затеял с нами недостойную игру. Нас, Ватсон, хотят сделать посмешищем. Только потому, что мы умнее и наблюдательнее их. Шерли, в колоде! Не хватает двух карт. Короля и дамы пик. Ватсон, взгляните. У подъезда уже толпятся корреспонденты. Для скандала все готово. Миссис, простите, я не знаю вашего имени. Я обращаюсь к вам как женщина к женщине. Сейчас мы спустимся вниз, и вы расскажете все репортерам. Любовь к мужу – благородное чувство, но любовь к истине – выше. Вы замужем? Нет. А вы? В таком случае вам ничего не остается, как давать умные советы. Я готова быть кем угодно. Африканкой, корсиканкой, баллонкой, лаять, кусаться, лишь бы спасти моего Дэви. Любовь к истине – высокое чувство. Любовь к мужу выше. И поэтому я умоляю вас. Я Расита. Я корсиканка. Ну, пожалуйста, умоляю вас. Это я! Это я убила его! Я! И вы напрасно ищете его труп! Отставить! Леди! Произошло несчастье. Пропал старший инспектор Лестер. Это я! Я убила его! Я! Я сказал отставить! Лестер пропал! Какой-то мерзавец ворвался к нему в дом! Мистер Бикс,
Вам не кажется, что одну шутку два раза не рассказывают? Мисс Ватсон, мисс Холмс, леди! Я клянусь всем святым, его жизнь в опасности. Это какой-то маньяк. Вот что я нашел в его квартире. Я же говорю, что это я! Я убила его! Торедор, скорее мой! Торедор! Вера! Я хотел бы знать. Надеюсь, что да. Будем надеяться, господа. Прошу, будьте любезны. Это он. Кто? Он. Вы что, знакомы с преступником? А! Алло, младший инспектор Биг слушает. Вас, мисс? Расту, Хосе? Расту? Что она говорит? Здесь говор, это мафия! Кейси, стокон Лестер, карамба! Йо те керо, Шерли! Он хочет говорить с вами. А? Ни на что не соглашайтесь. А? Слушай, ты подонок! Если хоть один волос упадет с головы моего шефа, я вытрясу из тебя твою испанку. Ленто, ленто. Ленто. Медленно. Ни на что не соглашайтесь, он сумасшедший. Отойдите. Если вы хотите, Лестер жив. Я ставлю такие условия. Ради мистера Лестера я пойду на все. Слушаю вас, сэр, с глубочайшим вниманием. Мы, бараны, приносим свои извинения, мисс Холмс. Будет сделано, сэр. Если ночью в глухой трущобе попадете вы в переплет, только крикните, где ты, Шерли? Шерли, рифма хромает. Заказчик утвердил текст. И горящий войдет кортеж, и порядок везде установит, и оправдает любых надежд. Сигару. Бикс. Единственное, что в этой истории должно утешать нас обоих. Это то, что мне все-таки удалось выехать на белом коне. Итак, леди и джентльмены, наша история подходит к концу. По традиции, лирические фильмы принято кончать любовным свиданием.
Но поскольку у нас лирический детектив, то и свидание по всем законам жанра должно происходить в тюрьме. Прошу вас, мадам. Шерли! Буэнос диас, Хосе. Буэнос диас, ми амор. Простите, леди, разговаривать надо на понятном языке. Да, но он испанец. Тогда я позову переводчика. Диас. Добрый день. Буэнос диас, Хосе. Добрый день, Хосе. Буэнос диас, ми амур. Добрый день, дорогая. Как вы себя чувствуете, Хосе? Как вы себя чувствуете, Хосе? Bien, gracias. Спасибо, хорошо. У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы? У вас есть какие-нибудь просьбы ко мне? Нет, нет. Ну, кроме той, о которой я уже писал. Нет, нет, ничего. Ничего? Кроме того, о чем он писал уже. Ничего другого. Хосе, вы можете мне объяснить, зачем вы это сделали? Он хотел посмеяться над тобой. Я не мог ему этого позволить. Он хотел посмеяться над тобой, он не мог этого позволить. Да, но вы могли бы предупредить меня. Вы бы могли предупредить ее. Нет. Я мужчина. Я должен оберегать вас, а не предупреждать. Я мужчина. Его долг защищать вас, а не предупреждать. То, что вы сделали с Лестером, это жестоко. Но он поступил еще хуже. В Испании говорят, можно прикидываться умным. Можно прикидываться добрым. Но прикидываться влюбленным? Нет, это тяжкий грех. Я говорила с адвокатом, может быть, вас осудят условно? Нет, нет, я бы этого не хотел. Почему? На воле ты не хотела меня видеть. А сюда ты все-таки пришла. Но это глупо. Когда любишь, можно выглядеть и глупо. Наш древний поэт Кордовис писал: Тамар цхнар... Шесть цхнари... Это по-старобасски или по-древнегрузински, я не понимаю. Хманар нари... Бир ци нари... Я тоже не понимаю, но... Это очень красиво. Пусть читает. Thank you.
А я тут стою, стал быть, и вдруг вы... Впрочем, по мокрым манжетам вы наверняка поняли, что был дождь, и я вас жду. Ну что вы, инспектор, мне это даже в голову не пришло. Это абсолютно случайная встреча. Если не возражаете, я вас провожу. Буду вам очень признательна. Мне ужасно стыдно за всю эту историю. Всему виной то, что я бросил курить. Это очень укрепляет здоровье и ослабляет мозги. Да. И вообще, мисс Холмс, надо кончать эту глупую вражду. Давайте встречаться. Давайте дружить. Кстати, что вы делаете сегодня вечером? Не поужинать ли нам вместе? К сожалению, сегодня вечером у меня очень важное дело. Я должна заняться староиспанским языком. Мне нужно познакомиться с поэтом Антонио Кордовесом. Какой вы все-таки интересный человек, да. Мисс Холмс. И на скрипке играете, и с поэтами знаком. А у меня никого, кроме Бикса. Я здесь, сэр! Да, я знаю. Боится оставлять меня одного. Человек не должен быть один. Особенно в тумане.